А вот этот кон, зайду-ка я сразу с козырей. Ну, наверное, самый такой козыристый козырь в данной подгруппе. Это господин Грифс и сыновья. Прошу заметить, это у нас клин и единовременно фреймбэк. Вот такое решение удалось мне почистить таким образом, чтобы максимально сохранить родную гравировку. Очень тяжело, конечно, фокусироваться. Ну, так или иначе. Грифс, он и в Африке Грифс. Отличная сталь. И затачивалась она соответственно. Номер первый. Очень красивая штука в коробочке. Это у нас James Johnson Cast Steel. Вот такая призабавная штучка. Родное состояние очень даже приличное. Прям очень-очень приличное. Клин. Вот такая вот ярко выраженная улыбка крайне удобна в бритье. Просто-напросто. Лишний раз поймался я на мысли, как-то так оперируя нечто подобным. Очень хорошо справляется в труднодоступных местах. Приоткрою завесу. Подозреваю, что в скором времени Максим Николаевич получит СК-3 от наших японских коллег. Поэтому, кто наблюдает за такими вещами, мне кажется, самое время вам поставить галочку. Тем временем, это номер 2, James Johnson. Cast Steel, на секундочку. Так, в коробочку уже его и закладываем. Смотрим дальше. А дальше у нас это W. Taylor Corporate Mark XQ Sight. И травление даже на полотне осталось с обеих сторон. С одной стороны здесь прописано Silver Steel, а с другой стороны J.C. Taylor. Опять же таки. Клин. Форма оправы какая. Прям вообще-вообще такая старорежимная. Ну, наверное, бритва. Не самая новая. Тесты надолго не растягиваю, потому что бритв много. И еще сегодня работаем много, там камни надо почистить, поэтому слегка в сжатом режиме. Так, это у нас господин Тейлор, да? Да. Номер 3. Далее в обкладках из оленьего рога. Господин Барнс. Опять же таки клин. С обратными спусками к вершине обуха. Очень фактурные вот эти накладки. Вероятно, латунная или нечто подобное основа. И вот к
к ней прикреплены вот эти накладочки. Очень здорово смотрится. В определенной степени, конечно, баланс в сторону оправы косит, но зато красиво. Номер четвертый. Далее. Это у нас старый-престарый фреймбэк от Перо Кане. Надо отметить его и следующую бритву. Еле-еле вырвал я из цепких лап ржавой бабки. Честное слово, еще чуть-чуть и плюнул бы. Поскольку, конечно, стали высокоуглеродистые, поэтому любое влияние влаги в той или иной степени, конечно, крайне разрушительно для клинков такого плана. Ну а с учетом того, что лет, то, конечно же, ну, как может быть по-другому. Итак, Перо Кане, номер пятый. И вслед за ним, номером шестым, дай бог памяти, это Icewind Sam. Да. Тоже, конечно, крепенько он, жизнью побитый. Но тем приятнее смотреть на яркую и блестящую фасочку. Так что самое забавное, брить будут еще десятилетия, даже в таком состоянии. Номер шестой. Шестьдесят девятый номер. Тьер Эссар. Серебряная медаль. Разор францез. Эвидеса нан экстра. Действительно. Похоже на экстру. Имеется в виду Extra Hollow Ground. Тоже прекрасные стали. Это у нас номер седьмой. За ней следует бритва французского производства. Вот остаток. Остаток наименования, но я было подумал, что это остаток от названия Brassar, но AR это не D, а O. Поэтому, ну, в общем-то, по большому счету, особой разницы и роли не играет. Играет главную роль то, что, как мы хорошо знаем, старые французы, они в Африке старые французы. Отличная сталь, отлично точится и в работе себя показывают не менее замечательно. Это номер восьмой. Номер девятый. Опять же таки, по всему видать, козырями и закончен. Это Фредерик Фенни. Торговая марка Tally Ho. Вот такой призабавный клин. Скруглили вот этот торец. Модно, красиво. Фаска по обуху не моя, естественно. Моя фаска, вон она. Половину старой фаски, поскольку вот такие старые клины я стараюсь всегда точить с изолентой, дабы не стачивать лишнего мяса.
Сталь. Номер 9. И замыкает эту группу еще один роскошный представитель классической Франции. Также фреймбэк, как это ни странно, звучит. И единовременно такой достаточно массивный клин. Это у нас Джозеф Роджерс. Вот она, боевая десятка. На завтра останется еще совсем чуть-чуть. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Приятнейшего вечера. И до скорых встреч в эфире.